робот, моющий пола. Короче, скоро я вообще ничего делать не буду. Дашуля упаковывала? Нет. А кто? Магазин. Магазин? Я же угадала. Или нет? Или вы меня обманываете? Короче, друзья, судя по всему, я в доме вообще делать ничего не буду. Только еще пылесос осталось купить. Робот-пылесос. Или это и то делать. Робот-мойщик пола. Пылесос-полосер. Дистанционное управление. Короче, лежу в Ютубе, включаю с пульта себе пылесос, включаю с пульта, там даже не с пульта, можно в телефон приложение скачивать. Включаю, у меня окна, полы моются, а я лежу в Ютубе. Это пылесос с функцией моющего. Ну, я поняла. Но он и сухую делает, и да? Сухую жидкость не наливаешь, программу не ставишь, и все. Так же, как и на том. Спасибо, круто. А какие еще есть роботы? Хватит. А роботы, которые готовят, вот сидит. Спасибо. Но это все в дом. Ну, мы, конечно, попробуем здесь, в квартире. Но здесь углов много в доме. Хотя и в доме углов много. Ему углы не страшны. Не страшны, да. Ладно, будем экспериментировать. Смотреть. В Ютубе посмотришь видео про него. Обзорчик вам потом покажу, как я это буду делать. Всем привет. Фух, бегала. Друзья, пошутили надо мной, так сказать. Я в обед вырубилась, Олега. С обеда выпроводила и уснула. Говорю, часик хоть посплю, не могу, хочу спать. День с ночью перепутала, поэтому не могу. Звонит подружка, говорит, давай беги вниз в подъезде, там тебя курьер ждет. Я быстрее куртку одела. Она говорит, а то он уйдет, сказал, не поднимется. Спускаюсь, а стоят друзья, кумовья мои, Людочек с Максимом. И привезли мне... Такой шикарный букетик, смотрите, красота какая вообще. Прям очень нежный-нежный такой, очень красивый. Подняли мне настроение. Я какая-то с утра прям, не знаю, какая-то расстроенная. Либо у меня уже, ну, из-за того, наверное, что у меня нет общения, дома сижу. Какая-то прям такая вся скучная была, а сейчас прям даже заулыбалась. Пойду резать оливье, решили с Олегом сделать. Сегодня праздничный, ну, как праздничный, ужин такой. Просто говорю, давай хоть какой-нибудь салатик сделаем. Хотя вроде наелись уже всех салатов. Он говорит, давай оливье сделаем. Так что сейчас оливье порежу, пюрешечку сварю, крылышки в духовке сделаю с медом в соевом соусе. И будем с ним кушать. Он хотел, чтобы я выпила шампанского. Но нет, говорю, не буду, потому что очень много антибиотиков пила. Говорю, даже бокал шампанского не хочу. Пускай мой организм набирает сил. С работы девчонки тоже подарок передали. Сейчас похвалюсь вам. Передали вот такую орхидею. Я очень люблю орхидеи, как вы поняли. Вот такую красоту мне передали. Надо будет пересаживать. Я их обожаю. Очень благодарный цветок. И шампанское. Вот такое. Ну, оставим его до хороших времен. Когда будет можно, тогда выпьем. С друзьями не обняться, не поцеловаться. Друг по другу так соскучились уже. Ой, говорю, вот время настало. Поднимаюсь по подъезду и говорю, надо же, такое время настало, что ты не можешь ни пообщаться, ни обняться. Прям аж слезы наворачиваются, не могу. То есть... Все, не плачь, Наташа. Как эти, как дикари, видно. Поэтому у меня утром и настроение испортилось, потому что я очень хотела отметить день рождения свое. А нельзя. Ни с кем не встретиться, ничего. Ну ладно, я думаю, мы все это переживем. Так что буду готовить ужин, а то скоро муж придет, а мне еще ничего не готово. Все звонят, все поздравляют. Ну, приятно очень, конечно. Ну, целый день на телефоне.
Вот видите, опять мне звонят, звонят. Алло. Продолжаем. Приняла поздравление очередное. Ой, орхидеи, прям обожаю я орхидеи. У кого нет, купите, не пожалеете. Я начинала, когда мне ее подарили, по-моему, первый. Я думала, что она у меня погибнет, думаю. Цветущий цветок никогда у меня особо не приживается. Думаю, ну обязательно либо цвести не будет, либо погибнет. И с тех пор я в них так влюбилась. Вообще, это вот у нас даже Даша. Видели, я ей давала туда на квартиру, и она тоже полюбила их. Очень благородный цветок, очень такой прям он. Цветет очень долго-долго. Так вот, картошку сварила, ну, варится. Крылышки стоят у нас, жарятся. Сейчас, пока картошка сварится, крылья уже будут готовы. Оливье готово, как обычно. Вроде две картошки, две моркошки, а получается целая чашка. Ну, съедим, мы оливье очень любим. Режу соленые огурчики сейчас отдельно. Селедочку порезала с лучком. Мы любим селедку с уксусом и с маслом, с запахом, который. Поэтому я чуть-чуть уксусом полила и маслицем. И все. Такой будет у нас ужин в день рождения в коронавирус. Грустно, досадно, ну ладно. Ну, в жизни должно что-то меняться, да? Такой днюхи еще не было. Поэтому будем отмечать так. Тюль я никак сюда не повешу, поэтому сделаю праздник себе сегодня. Сейчас поужинаю и пойду поглажу тюль, повешу сюда тюль. Начала вчера шкафчики мыть, помыла несколько шкафчиков, занялась влогом, все так и оставила. Ведро даже у меня так с водой и стоит еще. Как помыла, перебрала. Ну, самые такие со специями шкафы, с крупами. Самые такие противные шкафчики перебрала. А здесь уже чуть-чуть, тем более недавно я мыла здесь всю посуду. Поэтому так немножко освежу и все. А сегодня надо обязательно тюль повесить, потому что завтра я еду на дом. Муж меня отправляет пока на больничном. Там видеонаблюдения будут дополнительно еще решили поставить. Ну, мы уже поставили в доме. В доме, по дому, по участку. Хотим еще дополнительно поставить. А они только в будний день могут. Поэтому мы завтра... Ну, вернее, Олег будет работать, отдает мне машину, а я поеду. Крылышки наши поджариваются уже. Уже практически поджарились такие. Ну, мы любим прям зажаренные, поэтому сейчас еще поджарится. Я пойду дорезать огурчик. И сейчас уже картошечка будет готова. И мы будем с мужем вдвоем. Праздничный стол у нас практически готов. О, муж себе коньячок приготовил. А я свой шампусик оставлю до хороших времен. Олег, как всегда, будет толочь картошку. Я не люблю ее толочь. Ну, толку, конечно, когда надо. А так нет. Коньячок это мы привозили с этого. С Крыма. Произведено в Крыму. Мисс Хор. Будет баловаться. За здоровье жены, да, Олежочек? Выпьешь за мое здоровье. Выглядишь так, что-то фигуренько. Вот так вот. Вот представляете? 41 год, а муж сказал, что я уже старая. Не надо переворачивать. Я сказал, что за здоровье выглядишь. Здоровье не очень. Ага. Ага. Вот такой цветочек мне принес, подарил. Такого у меня цветочка еще не было. Надо тоже пересадить. Но я смотрела блогеров, что вроде говорят, что это как новогодний цветок. Да. Так что у нас... На Новый год ты обеспечиваешь. Так что, да, на Новый год у нас уже есть. Так, Цезарь у нас... Ой, Цезарь, господи. Оливье наше готово. Крылышки наши готовы. Не смотрите, это не сгорели. Что, толкушку, а толкушка в посудомойке. Давай я помою. Это не сгорели крылышки. Это, во-первых, мед сладкий. Ну, как бы он из-за него подгорает. И мы любим поджаристые. Селедочка, бородинский хлебушек Олег мне купил. А я выпила рассола с огурцов. И пить хочу теперь не могу. Надо было мне фанты. А фанты у нас нет дома? Да? Как? Ой, красиво у нас. Ну что, друзья, мы будем, как всегда, кушать.
такой у нас будет праздник. Ну, уже праздничный, уже прям вырисовывается праздничный ужин. Единственная маленькая уютная компания у нас. Это я и мой муж. Ну, телевизор. Не, ты не права. Телевизор у нас еще ты есть. Ты не права. Мы сейчас компанию организуем. Да? Да. Сейчас видеоконференция. Сделаем. Бабушке Нине я уже сказал, чтобы она коньячок достала. Ага. До Шули я еще не успел просто это все. Сейчас мы в компании. То есть вы опять все продумали, да? Коронавирус поздравляют с днем рождения. Вот так отмечают праздник. Так что мы не вдвоем, мы вчетвером отмечаем. На данный момент. Коронавирус никто не ходит. Мы переболели. Что вы хотели? Что, не надо? Маски одели? Оставляем? Заносить? Такую красоту-то чё? Да. Ну давай заносим. Я думаю, что у меня с утра нос чешется. Я и забыл, что у тебя день рождения с утра. Да, с утра забыл. О работе там нос наяриваю, сижу, блин. Ты себя думаешь, чё к чему, блин? Ну заходите, а то передумаете. Обратно заберем, да? Да, мы готовились. Да, что только в таких, видишь, условиях же, как всегда. Это небольшой подарок, а самое главное вот здесь. Самое главное вот здесь. Спасибо, да. Душевное тепло, красота. Нет, самое главное твой любимый цвет. Ты же понимаешь, в твоем любимом тоне. Да. Это же вот твоя. Ну, сам все, да. Короче, это от нас. Спасибо. От замечательных, прекрасных соседей. Да, я тоже участвую. Да, тоже. Не знаю, не вы участвуете. Поздравляю. Спасибо. Ну. Теперь мы можем целоваться. А это... А смотри, такая прикольная. Это я знаю. Знаешь, да? А? Или это другое? Нет, это... То есть это не там листать, это там, а это лучше там отматывать. Перед тем, как туда сходить. Как получится, да. Ну ладно, конструкции нет, как пользоваться. Ну как, откроешь, наверное, все поймешь. Не маленький уже. Но вы испытали? Побольше разматывать. Чё, как? Побольше разматывать. Есть практика? Совет какой-то? Показать, что ли? Чтобы не испортить. Проходите. Можем показать.